Уважаемые друзья, я хочу вас поздравить с наступающим 2019 годом. Этот год будет очень удачен для вас в творческом значении. Вы достигнете высоких целей, вы достигнете большего, лучшего гармонического вдохновения. Потому что без вдохновения невозможно создавать живопись, без вдохновения невозможно сотворять со Творцом. И, конечно, здесь очень важен ваш подход, ваше настроение. Часто даже не сама живопись увлекает человека, а сам процесс создания живописи. И здесь нужно помнить о эгрегорной компоненте живописи. Когда вы пишете картину, вашей рукой действительно свыше вводят те самые существа, которые сейчас в современной уже алхимии называются эгрегоры. Дорогие друзья, воодушевление – это в первую очередь ваш самонастрой. Это ваша нацеленность на результат, на творческий результат. И в большинстве случаев те люди, которые собираются у нас в группе ВКонтакте под названием «Художник Буянов Дмитрий», это люди, которые действительно творцы, которые создают в этой жизни лучшее, которые дарят не просто гамму, красоту и духовность, но дарят также саморазвитие, дарят себя, самореализуясь в живописи, самореализуясь в том творческом деле, которое вы создаете. С недавних пор мы начали опубликовывать не только посты с новой живописью, с новыми работами авторскими, но также и авторские схемы для вышивания крестиком. Совершенно бесплатно дарим каждому желающему, да всем абсолютно, кто приходит в нашу группу, заглядывает даже мимолетом. Берите эти схемы, вышивайте на здоровье, потому что схемы совершенно бесплатно открыты для всех. Сделаны они в формате JPEG, примерное количество крестиков там 1080x760, то есть большие разрешения. И самое главное, это животрепещущие картины, которые будут интересны многим. Схемы для вышивания сделаны для тех людей, кто любит заниматься не просто живописью, но и еще самодельно рукодельничает. И вот тут как раз добро пожаловать в нашу группу. Я хочу поздравить всех вас с наступающим 2019 годом. Я уверен, что этот год еще больше радости принесет вам, еще больше счастья принесет вам, больше успехов, работ и, конечно же, творческих достижений. Это тоже очень и очень важно. А для всех, кто интересуется живописью, кто интересуется тайнами художников, я предлагаю ссылку в описании на канал Художник ТВ. Хочется интеллектуального канала, хочется умных мыслей, хочется саморазвития, тогда канал Художник ТВ специально для вас. Ссылка в описании. Подписывайтесь. Это очень интересный канал, который рассчитан для людей амбициозных, творческих и в первую очередь для людей незашоренных мыслями. Помните, что ваша созидательная энергия, она ободряет других, она просвещает других. Она остается в вечности. Создавайте мировые шедевры, сокровищницу мировой живописи. И тогда вы не просто будете самореализовываться, вы будете создавать то, что останется после вас еще долгие-долгие века. Поздравляю вас с 2019 годом!